Глеб, привет. Привет. Расскажи, что делаешь в Индии? В Индию я приехал на выставку, чтобы подписывать маечки, фотографироваться с индийскими фанатами. А что за мероприятие вообще? Выставка по поводу открытия серверов в Индии. Отдельная платформа, GameGod называется, и индусы сейчас могут играть на своих серверах, не париться, опять я. Какой пинг? В районе там, 50, не, 15-20, да. Не знаю точно. Окей, как тебе страна, что увидел, что удивило? Как еда, как трафик? Страна удивительная. Трафик ужасный, еда ужасная, но люди хорошие, добрые. Люди мне нравятся здесь. Расстройства желудка не было? После Китая уже... Ничего не страшно. Не страшно. Окей, а удалось вчера тебе целый день посмотреть игры местных Dota команд? Как оценишь их уровень? Ну, посмотрел я одну игру. Обычные среднячки. Сказать, что они там супер хорошо играют, нельзя. Ну и сказать, что они плохо играют, тоже нельзя. И средненькие команды воюют между собой. В принципе, интересно смотреть. С новыми возможностями, как думаешь, как долго, как много времени понадобится индусам, чтобы выйти на мировой уровень? Сложно сказать. Может 2 года, может и там 5-10 лет. Ну что вообще никогда случится? Непонятно. Окей, вы с Ваней играли турнир 2 на 2 в Доту, в Counter-Strike и проиграли. Вот, Ваня говорит, что из-за тебя. Какая твоя? Я говорю, что из-за него. Расскажи немного в этих играх. В Доте фидил он, в CS фидил я. Все было законно. Ясно. Вчера у тебя был день рождения. Да, было. Расскажи, как отметил? Ну, я особо не отмечал, так как я 10 часов провел на этой выставке, занимаясь теми самыми делами, которые я называл ранее. Ну и в конце, когда уже должен был награждать команды, я вот сидел на стуле, я просто засыпал, и меня организаторы отпустили, сказали, все, иди спи, делай все, что хочешь, ты уже убитый. Ну, все, в принципе, отметил. Посидели в компании, мне принесли вот этот тортик со свечечками, я задул, доволен, душевненько. Сколько лет тебе исполнилось? 22. Не пора забивать еще на Шпилева? Как долго планируешь играть? Долго. Окей, на БТС на Видота не попали. Какой следующий турнир? Какая будет подготовка? Следующий турнир, если считать LAN, то Star Ladder. Это января 22-го, там 25-го. Будем готовиться, посмотрим, как выйдет. Сейчас возвращаешься домой, сразу приступаешь к тренировкам? Да, верно. Глеб, тут вчера был некий скандал. Пропала существенная часть призовых денег, предусмотренная победителем турнира в прицебите. И связывают это каким-то образом с тобой и с Ваней, что? Потому что вы были в комнате. Я это вряд комментировать не буду. Не будешь? Нет. Окей. Ладно, может быть, какие-то приветы. Привет нашим любимым фанатам. I love your support. Спасибо. Спасибо, давай, Глеб.